Предварительное голосование партии «Единая Россия» набирает обороты. Напомню, любой житель Новосибирской области уже сейчас может определиться со своим кандидатом в депутаты на предстоящих выборах этой осенью. Как проходит процедура праймериз, сегодня в режиме видеоконференции доложили секретарю регионального отделения партии губернатору Андрею Травникову. Такое желание голосовать у выборщиков на выборах предварительных я за 15 лет политической работы первый раз. Участвуя там во всех праймерсах, тут правильно было решение сделано по этому праймерсу, и результат, он налицо. Предварительное голосование «Единой России» стартовало в этот понедельник. Со своими кандидатами уже определились больше 30 тысяч жителей области. Проголосовать можно на сайте pg.er.ru. На этом же ресурсе есть видеообращение каждого участника. В ролике краткая биография и основные направления работы будущего депутата. Внутрипартийные праймериз будут проходить до 31 мая включительно. Мы вошли в избирательную кампанию под лозунгом «Единая Россия. Партия заботы и уважения». Поэтому я хотел бы, чтобы этот лозунг пронизывал всю нашу деятельность, в том числе и в процедуре предварительного голосования, чтобы действительно каждый гражданин знали своих кандидатов не только через экраны телевизоров или мониторы компьютеров, но и по возможности с соблюдением всех мер санитарной безопасности в ходе встреч, работы общественной приемной,